Всем привет, ребята! С вами ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем и узнаем много интересных фактов о львах. Львы проживали на территории Европы примерно до 500-х годов нашей эры. Последующие годы поголовье животных было истреблено человеком. Споры о том, кто же крупнее, лев или тигр, ведутся до сих пор, преобладая точка зрения, что тигры все-таки крупнее, но и она оспаривается рядом ученых. На Земле невозможно встретить двух одинаковых львов. Морда этого зверя подобна человеческим отпечаткам пальцев, уникальна и присуща только одному животному. А вот отличительная особенность самок львов – наличие 4 сосков, у остальных кошачьих обычно их 8. Львы способны спариваться со многими другими большими кошками – тиграми, леопардами и ягуарами. А вот длина шерсти в львиной гриве может доходить до 40 сантиметров. Научные исследования доказали, что чем темнее у льва грива, тем большей репродуктивной способностью он обладает. Однако темногривые львы хуже переносят жару. Когти взрослого льва могут достигать 7 сантиметров в длину. В Древнем Египте он считался священным животным. Египтяне почитали силу и мощь этого удивительного зверя. А вы знали, что львы – это самые ленивые хищники в Африке? Будучи сытыми, львы никогда не охотятся. Единственные две вещи, которые могут заставить сытого льва сдвинуться с места – это палящее солнце и опасность. В Средневековье многие именитые вельможи имели герб с изображением льва, а их дома украшались фигурами этого животного. Итак, наш лев почти готов. Обязательно напишите в комментариях, знаете ли вы какие-нибудь интересные факты про львов. С вами был ваш умный фломастер. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первым, кто узнает много интересных фактов о том, что я рисую. До новых встреч, ребята!